Центр занятости населения в рамках декады профориентации провел экскурсию для старшеклассников в Центральную городскую больницу, где они увидели работу врачей, современное оборудование и познакомились с особенностями разных видов медицинской помощи. Как устроены медучреждения, как работает система взаимодействия с пациентами и какими навыками должен обладать современный медработник, ребятам рассказал заведующий приемным отделением. Мы находимся с вами в приемном отделении. Приемное отделение – это, как говорится, на самой передовой. То есть самое оказание услуг – это происходит в приемном отделении, поэтому врач приемного отделения, он принимает пациента, оценивает его состояние, определяет профиль, в который пациент будет госпитализирован. Ну и непосредственно приемное отделение – это входные ворота различной инфекции, поэтому именно в приемном отделении находятся укладки по особо опасным инфекциям. И весь персонал приемного отделения всегда готов оказать первую помощь и оказать и доврачебную, и помощь при особо опасных инфекциях. Особое внимание учащиеся обратили на медицинское оборудование, с которым работают врачи. Специалистов, умеющих правильно и качественно взаимодействовать с современной сложной техникой, единицы. Поэтому вызвать интерес у будущих выпускников крайне важно. Ведь бюджетная сфера здравоохранения очень нуждается в молодых кадрах. Следующим пунктом экскурсии стала клиническая лаборатория, где небольшая капля крови раскладывается на элементы, давая возможность специалистам оценить степень и серьезность заболевания. Ну, начнем с того, что лаборатория с чего начинается? Как театр с вешалки, с приема пациента, правильно? С приема биоматериала, вернее, от пациента. Специфика нашей работы в лаборатории заключается в том, что мы очень мало, мы не спрашиваем пациента, как он себя чувствует, да? Не знаем, какое его состояние, но зато мы работаем с его биоматериалом, кровь это, моча это, спинномозговая ли жидкость, мокрота это. Но мы должны, не видя пациента, помочь лечащему врачу в постановке диагноза или в наблюдении динамическом за этим пациентом. Современное оборудование и в этом направлении значительно облегчает работу специалистам. В настоящее время, когда существует широкий спектр анализов, должность лаборанта востребована не только в бюджетной сфере, но и в частных учреждениях. Больше всего понравилось то, что нам показали, как это все работает изнутри, потому что это очень интересно. И обычному человеку, наверное, нету доступа сюда, и очень сложно сюда попасть. И никогда не видел, как все происходит изнутри, и очень интересно. Собираюсь идти в медицинский институт, собираюсь идти на хирурга. Все увиденное и услышанное в этот день на экскурсии в ЦГБ не только пригодится школьникам в жизни, но и поможет понять, интересна ли им медицина и захотят ли они выбрать ее в качестве своей будущей профессии. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Валентина Сираж, Азов.Инфо.